15-летие архиерейского служения епископа Елецкого и Лебедянского Максима отметили в Елецкой епархии. Праздничная служба прошла в Вознесенском кафедральном соборе Ельца. За 3 года существования епархии владыка снискал любовь своей паствы. Люди обращаются к нему с проблемами и бедами, находя помощь и утешение. Елецкая епархия возродилась, окрепла молитвами и предстательством священномученика Сергия Зверева, архиепископа Елецкого, архимандрита Исаакия Виноградова, трудами митрополита Липецкого и Задонского Никона и вот теперь стараниями преосвященнейшего владыки Максима. Преосвященнейшему епископу Максиму подашь, Господи, благоденственное и мирное житие. С 15-летием архиерейской хиротонии преосвященнейшего епископа Максима поздравили священнослужители, игумени женских монастырей, главы Елецкой городской и районных администраций. Сегодня я хотел бы просто от лица всех вас поздравить, чтобы Господь еще много лет вам даровал и здоровье, и благополучие, и чтобы Господь вас подобил именно нести то архипастырское служение, которое вас в свое время, 15 лет, Господь призвал. На протяжении 15 лет вы самоотверженно отдаете жизнь свою Богу и людям, вашей пастве. И мы тоже, ваша паства, разрешите пожелать вам здравия, долгоденствия и помощи Божией в вашем нелегком служении. Много лет. Спасибо. Вместе с елецким духовенством в богослужении принял участие и иеромонах Михаил Чепель, клирик Красноярской епархии. От лица фонда святителя Николая Чудотворца поздравить вас и в честь 15-летия юбилея позвольте от имени Международного фонда святителей Николая Чудотворца наградить вас орденом святителя Николая Сербского. Это уникальный орден, таких орденов в России пока. После поздравления владыка обратился ко всем с проповедью, в которой призвал беречь имя Христово, духовное делание и монашеское призвание всеми силами сохранять мир в епархии, в семье и прежде всего в себе. Все 15 этих лет прошедших, милость Божия была всегда явлена на мне. Я сегодня об этом говорю. Действительно, отец архимандрит Иосиф, 15 лет – это срок небольшой, но 15 лет епископского служения во время постсоветского периода – это время действительно большой ответственности и требует определенного рассуждения в принятии тех или иных решений. И мы с вами радуемся, что живем в такое время, когда храмы восстанавливаются. В завершении владыка Максим преподал всем собравшимся свое архипастырское благословение. Виктория Поцхишвили, Дмитрий Сизинцев, информационный отдел Елецкой епархии.